Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем канале «Сладкий персик». И сегодня мы с вами будем красить яйца к Пасхе с помощью куркумы. Кстати, правильно говорить не куркума, а куркума, поэтому красим яйца куркумой. Способ натуральный, безопасный и получается вот такой вот красивый, солнечный, яркий желтый цвет. Нам понадобятся яйца. Обязательно брать белые яйца, желтые я не пробовала, не уверена, что получится красиво. Сухая куркума и пищевой столовый 6% или 9% уксус. Что делаем? Берем ковшик, насыпаем туда куркуму. Количество зависит от того оттенка, который вы хотите получить. Если хотите, чтобы яйца были бледного желтого цвета, положите, ну я не знаю, 2 чайных ложки. Если хотите получить насыщенный горчичный цвет, положите как можно больше куркумы, как я. Я положила 3 или даже 4 столовых ложки. Затем заливаем ее водой, самой обычной холодной, из-под крана. Немножечко перемешиваем. И дальше в этот ковшик кладем сырые белые яйца и отправляем на плиту. Здесь важно взять ковшик нужного размера, чтобы все яйца туда точно уместились. Если вы красите не один десяток яиц, может быть, есть смысл взять не ковшик, а большую кастрюлю. Ставим яйца на плиту, варим до закипания, после закипания огонь убавляем и варим еще примерно 5-6 минут. Я обычно всегда варю так яйца вкрутую. Посмотрите, какой красивый желтый цвет у нас уже получается. Когда яйца сварятся, выключаем огонь, добавляем столовый уксус, 6% или 9%, и даем яйцам постоять так примерно 10 минут. Вообще-то яйца можно оставить в этом растворе и подольше, все зависит от того, какой вы хотите получить оттенок. Ну вот, время пришло. Достаем яйца из воды с помощью столовой ложки и кладем на тарелочку. Лучше, конечно, использовать специальные подставки для сушки яиц, но мои куда-то потерялись, я их никак не смогла в этом году найти, поэтому просто сушила яйца на вот таком вот плоском блюде. Пока яйца сохнут, их лучше лишний раз не трогать и ни в коем случае не тереть, иначе краска может смыться. И, конечно же, не стоит охлаждать их в холодной воде. Вот такая солнечная красота у нас получается, мне кажется, отличный вариант для пасхальных яиц. Всех поздравляю с наступающей Пасхой, не забудьте подписаться на мой канал.